примерно случилось 2 недели назад. То есть украинские военные просто убили человека? Убили человека. Я же говорю, пошел человек за коксом. Мы топили, мы были в бомбоубежище. Надо было что-то готовить, есть надо было что-то. Они пошли, ну, люди нормальные, я там... Они пошли вчетвером. Они взяли одного гражданского, он что-то им сказал плохое. Они сначала ему стрельнули в ногу. Ну, думали, мы сейчас, думаю, пойдем, притянем его, хоть как-то притянем, вылечим. Потому что стрельба в ногу, ну, вылечивается. Потом приходят они через 10 минут, говорит, забирайте своего барана. Украина приходит, говорит, забирайте своего барана. Мы пошли на силках выносить его. Мимо этих самых выносили, мимо, ну, там вагоны стоят на этом, на как-то подаче. Мы его выносили, а еще вы, что вы его тянете? Бросьте, пусть его собаки грызут. Вот и все. Вот это называется, называется добрые люди. Это был Азов. Каски такие моднячие с этим самым, с камером. Это был Азов. Вот это они и пристрелили.